Всем привет! С вами Марина из Диномамы, и сегодня я расскажу вам про комбинезон из серии ТЭК для детей марка Рейма. Артикул у этого комбинезона 520-152 для девочек с мехом. А у этого комбинезона артикул 520-153C красивого красного цвета и не менее красивого синего. Теперь давайте рассмотрим комбинезон поподробнее. Капюшон с небольшой утяжкой в виде резиночек по бокам. Светоотражатель, регулировка по объему. Так он застегивается. Продумал одну липучку такую шершавую и две почему-то вот. То есть вот сюда перестегиваете или сюда. А этот просто... фикция. Не первый раз такое делают. Не знаю зачем. Отстегивается капюшон. Манжеты на резиночке с мягкой лицевой подкладкой внутри. Такая же подкладка внутри капюшона. Молния с защитной планкой на кнопках. Два кармана на молнии с защитной планкой. И светоотражателями. Внизу усиленная ткань ниже колен. Светоотражатели по бокам. Нету внутреннего шва, чтобы не стиралось при ходьбе. Резинка внизу. Внизу силиконовые штрипки, которые можно отстегнуть и отрегулировать по длине. И вот такая кнопка, чтобы удобнее одеть на ботинок. Сделать пошире. Или просто расстегнуть, если ботинок широкий или какой-нибудь горнолыжный. Молния защиты от защемления. Воротник с мягкой также подкладкой. Повесить на крючок можно, на эту петельку. Написать имя ребеночка, чтобы не потерял свой комбинезон. Мягкая, гладкая подкладка, гладкий полиэстер в рукавах теле. И в штанинах такая же. Линия талии. Регулируется, нашла я регулировку. Не сразу, но нашла. Такая резинка с пуговицей. Можно потянуть, чтобы лучше сел на талии. И кнопки для крепления флисовой кофты или комбинезона Рейма. Такие же кнопки есть в рукавах. А если они в штанах, есть. То есть можно либо комбинезон, либо кофту, как вам больше нравится. И тогда комбинезон станет еще теплее, а ребенку не надо будет одеваться слоями. Еще раз капюшон сзади с утяжкой, с липучкой для регулировки объема. Капюшон отстегивается, рукав реглан, светоотражатели, линия талии, которую можно утянуть, как вы видели, и попа, все, что ниже талии. Прочной ткани. Нижняя часть аналогична. Вот, пожалуй, все. Спасибо за внимание.